Дорогие странники, хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Скоро наступит 2018 год, и я хочу пожелать вам, чтобы этот год был для вас еще лучше, чем все предыдущие вместе взятые. Например, этот год для меня был просто сумасшедшим. Он был кобзарнутым, макабрическим. Он был просто невероятным, потому что вышли целые две книги моей серии «Макабр». И я обрела огромное количество читателей, я познакомилась с ними, они познакомились со мной. Мы окунулись в мир макабра, мы познакомились с Теодором из компании, и это было просто потрясающе. Я очень надеюсь, что следующий год будет еще более сумасшедшим. И мне хочется, чтобы и ваш следующий год был таким же классным, как и этот был для меня. Вот, ну... Что еще вам пожелать? Пусть в эти новогодние праздники ваш холодильник будет полон, пусть рядом с вами будут находиться ваши любимые книги, желательно, чтобы там был второй макабр и первый тоже, пусть рядом с вами будут любимые ваши друзья, ну а рядом со мной будут мои любимые персонажи Теодор, Кобзарь, Змеевик и Вангелия. И мы будем вместе встречать Новый год. Главное, встречать его в хорошей компании. Всем пока!